Ну что, всем привет. Максу привет. Максиму привет. И Бодрому тоже привет. Вот. Верочка тут у меня спрашивает, куда Леночка пропала? Я не знаю. Верочка, тебе тоже привет огромный. Не знаю, куда пропала Белоруссия, я по ней скучаю очень. Но я думаю, скоро все наладится. И все будет супер-пупер, да? Вот. Лоскутовой тоже привет. Она так... Ой. Скучает без меня. Я, короче, жареный батон мажу чесноком. Все знаете, как это вкусно? Жареный батон и кофе. Это очень обалденно. Тут у меня еще крекер остался. Как тебя открыть-то? Его осталось совсем чуть-чуть. Как раз мне на пару зубков. Давно крекер не ела. Понимаете? Я, короче, сначала хотела круглый, нежный, знаете, такой крекер купить. Потом думаю, не, хочу с сыром. Там, во-первых, хер знает, сколько он уже там лежит. Этот крекер нежный. А еще там, короче, есть мармелад дыневый. У меня сегодня похолодало. Вчера, короче, кап-кап было. А сегодня гололед. Помните, раньше в детстве кораблики пускали? Кораблик, кораблик плывет. Из газетки делали кораблик и пускали по канаве. Кто помнит, напишите. Прикольно же кораблик, да, пускать? Ваньке Пупкину тоже привет. Из Марса. Хочется чего-то. Не знаю, что в магазин купить мармелад дыневый, пока не скупили. Попробовать. Так вот. Кофейка. Дорога.
Мне вот, кстати, вот это печенье сырное. Мне так нравится. Ароматизатор сырный. Кстати, Олегу тоже привет. Кстати, Олег, ты же, по-моему, из Санкт-Петербурга, так ведь? Как я помню, напиши мне в комментариях. Что Ванька Пупкин сегодня делал? Скучал без меня. Знаете, как я жарю батон? Отрезаю тоненько, видите, тоненько отрезано. Ну, потому что я ж на диете. Вот. Вот я же на диете. Беру мазика чуть-чуть. Мажу. С обоих сторон. И обжариваю на сковородке. Это вообще обалденно. Вот так вот. Вон, в ТикТоке есть, короче, женщина. Ну, я так поняла, что у нее свое хозяйство. А вот когда ленту листаю в ТикТоке, там хоть пишут, что можно выкладывать. Видео не выкладывается в ТикТок. Там есть вот женщина, а она все прикалывается. Говорит, вес 115 килограмм совсем не уходит. А сама конфеты мешками ест. Я бы тоже поеду, но нет. Вот так вот. Сегодня пойду к Настеньке вечерком. Вечерком пойду к Насте. А что будем делать с Настей? Ну, что-нибудь будем. На, Настя там хочет торт зашпить. Вот. Хорошо прожарился. Очень вкусно. Ну, а сегодня я с вами тут без конфет. Море летает. Тоже хотела сказать. У нас же весна началась, у нас же сходят сейчас по ночам коты орут. Мяу, мяу, мяу. Собаку это бесит. А коты-то орут. Он тяв-тяв, тяв-тяв. Ну, пора уже. Весеннее это обострение.
У меня тут вообще комар летал. Проснулся, зараза. Капаться откуда? А мне так ничего и не сказал. Вот так вот. Откуда ты, комар, летел? Он завтра мелко приедет. Мы сходим в магазин. Купим мы с ней мармеладу и крекера. Это супер-пуэр. Вот так вот. Ладно, короче, на этом всем пока. Подписываемся. И ставим лайки. Всем пока.